Ландшафт на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Московской изменился. Там снесли торговый павильон. Как сообщил представитель управления предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации городского округа, решение о ликвидации ларька было принято в Московском арбитражном суде. Оказалось, конструкция стояла там незаконно. Хозяева торговой точки много лет не платили налоги. Администрация городского округа Химки по решению суда приступила к ликвидации торгового объекта. Данная работа выполняется силами администрации для того, чтобы данного объекта здесь не было и, соответственно, территория была освобождена. Чтобы снести конструкцию из металла, стекла и бетона, пришлось пригнать строительную технику. Павильон разрушили до основания. Что теперь будет на этом месте, пока неизвестно.